Я все время буду знать о том, что вот тут было самое темное место у меня. И поэтому темнее этого уже ничего не должно быть. Да? Вот я как постарался сделать так, чтобы вот темные места, они как-то остались у меня. Вперед! Тот, кто опоздал, тот не успел. Поэтому спешите. Так. И видите, я мазок кладу не только сверху вниз, но и поперек. А знаете почему? Складки. Потому что складки совершенно верны. Складки у нас идут по-разному, да? Вот. Складочки идут. Вот, ну теперь уже настало время обязательно все закрашивать. Угу. Где-то чуть-чуть махнуть уже и по зеленому кувшинчику. А в нем что? Ой, как лихо, здорово отражается вот эта вот красная драпировка. Она прямо там красный цвет видит. Он так красив там вместе с зеленым. Такой плотный цвет создает. И мы попробуем. Все, что красиво там у нас уже заложено в природе. А самая лучшая шпаргалка, это кто? Это натура. Лучше натуры никак не сделаешь. Вот она на натуре нарисована. Вот. Натура сама подсказывает, что лучше, что хуже. Да? Надо использовать такую возможность. Нигде не увидишь подсказки, как, кроме как на натуре. Вот она там вот даже есть мазочек такой, который прям так и хочется положить, потому что он отражается от нашей желтенькой, самой яркой, самого яркого предмета. Что там? Там у нас. Самое главное – это касание. Касание между предметом и фоном, между одним предметом и другим. Вот там, где предмет далеко находится, а этот близко, ближе всего к нам предмет. Вот его можно сделать на касание.